Весь регион окажется в центре внимания специалистов в области благоустройства. В разных уголках области появятся новые скверы, преобразятся десятки территорий. В стране началась реализация российского проекта формирования современной городской среды. Для его реализации нашему региону выделены деньги из федерального бюджета. В 2017 году эта сумма составит почти 470 миллионов рублей. Еще порядка 230 миллионов потратят из областной казны. И хотя проект рассчитан на год, в регионе решено принять областную программу, которая будет действовать 5 лет. До конца марта в населенных пунктах должны определить, какие зоны и в каком благоустройстве нуждаются. Обеспечивать реализацию российского приоритетного проекта на нашей территории будет специальная комиссия, созданная указом губернатора Сергея Левченко.